Мы считаем, что все до единого специальности, это и слесаря, и мастера, и те, кто находился в управленческом аппарате, все это достойные люди, те, которые специалисты, те, которые знают, как вести, знают свое дело, знают все вопросы теплоэнергетики. Мы будем рады, что эти люди обратятся, чтобы они обратились к нам, и рады будем принять их на работу и вместе с сотрудниками СПП «Уголек» ГП «Донбасс Теплоэнерго» выполняли, как и прежде, свои функции и могли, ну, скажем так, приносить пользу и выполнять свои обязанности уже в составе нового предприятия, созданного государственного предприятия ГП «Донбасс Теплоэнерго». Поэтому я еще раз хочу всех заверить, все желающие, которые хотят поступить к нам на работу, должны уволиться с ЧАО «Горлас Теплосеть» и обратиться в отдел кадров СПП «Уголек» ГП «Донбасс Теплоэнерго», чтобы написать заявление и согласно штатного расписания поступить на работу в наше предприятие.